Так, друзья мои, здравствуйте, добрый вечер, с вами Мадеш, и мы начинаем нашу трансляцию. Сегодня у нас заказ от Градорму, будем играть с вами в Петьку и Василия Ивановича 2, вот, называется она «Судный день». Угу. Ой, не знаю, что из этого получится. Вот, ретрики. Она такая же стрёмная, как и прошлая, да? Ну, да, наверное. Что за музыка началась? Подождите секунду. А. Так, короче, ничего, мне не нравится, блин, вот это моя любимая, вот она. Здорово. Как ваше? Ничего. Ого, уже 4 лайка, нифига вы жесткие типы. Молодцы какие, умнички мои, сладенькие пирожочки. Так. Короче, я жутко сонный, прям максимально. Я так хочу спать. Я спал все выходные, и я все равно хочу спать. Вчера целый день спал. Ну, нет, сегодня, ну, я сегодня проснулся на самом деле в 7 утра. И не ложился специально, поэтому сейчас у меня просто так, знаете, поэтому я, честно говоря, хотел отменять сегодня стрим, но я прям вот пересилил себя, и я в последнюю минуту вспомнил, что, ну, я не знал, что стримить, я уже обновил Evil Dead, уже думал в Hunt пойти, короче, думал даже Cuphead запустить, потом меня осенило, что, блин, я же должен Градорму игру, надо ее это самое, ничего, не... на клавиатуре. Нормально. О, какой красивый мужчина. Да, я сходил сегодня, подстригся. На улице погода просто мерзопакостная. Там такой снегопадище идет. Просто жутчайший. Колбашки просто. Что, правда нравится, что ли? У меня тут это рост волос, поэтому не шрам. Так. Ну, похоже, на самом деле. Знаете, как будто у меня тут что-то... Вот, нет, это просто рост волос такой. Вот, нормально. Вот, так что да, сегодня вот как-то сходил подстригся в эту ужасную погоду, но я справился. Я еще пришел домой, сейчас там вообще жесть, там просто там нифига не видно. Там на видимость, наверное, не знаю, метров 500 максимум, да меньше даже, наверное. Просто офигеть, какой снег. Там упало столько снега, что жесть. Сейчас какую игру хотите, я не знаю, что заказывать на этот месяц. Ну, игра на один стрим, так что там не полное прохождение. Но если вы уболтаете кого-нибудь подписаться за 5000 на Boosty, то там будет фулл прохождение любой игры. Ну, в рамках разумного, естественно. Ну, типа, не какой-нибудь там Bosch или типа того. Вот. Что-то я какой-то... Светлый какой-то. Я какой-то вообще сегодня розовый на самом деле. Мне... Я не понимаю, почему я такой. Странно очень. Может, надо еще темнее себя сделать. Ну-ка. Вот так, может. Какой-то, короче, блин, не знаю, может, у меня это коррекция в глазах. У нас вчера как поднялся буран, как задул, завихрил, а потом через 15 минут солнца я... Там опять снег, да, я представляю. Ну, на самом деле, вот да, вот я что-то прогулялся, короче, я какой-то в душ там сходил, вот это все, что-то я какой-то не знаю. У меня при этом лицо не горит, ничего. Странно. Загорел, что ли? Ну, хотя там солнце не особо. Ну, точнее, его не было. Короче, я в игру не играл. Не знаю, что там, не знаю, где там, не знаю, куда там, не знаю, что там. Вообще ничего не знаю, короче. Вот, выбор управления. Классическое и упрощенное. Да давайте упрощенное. Может ветром? Оно, кстати, Россия, может быть. Россия, 1917 год. Идет гражданская война. Чапаевская дивизия попала в окружение. Легендарный комдив форсирует Урал. Неожиданно вражеская пуля настигает его. Но вдруг... Thank you.
твою мать. Они из него сейчас терминатора сделают? Железо торчит на лбу у него. Че там? ВИЧ 2000? Да, даже усы механические. Ну правильно, у него же они не могут типа расти. Терминатор. Так. Ну мы в Америке. Ну что, Петька, очухался? Ой, Василий Иванович, где это мы? Чего это вы топиться-то задумали? Что-то я вообще ничего не понимаю. Ну ты даешь, Петька. Неужто и вправду не помнишь? Помню только, как с инопланетянами разобрались, да обратно в Гадюкино вернулись. Или мне вообще все приснилось? Инопланетяне, Петька, были как раз самые настоящие. И машина времени настоящая. А дальше-то что было? Да погоди ты, сейчас все расскажу. Сейчас, подождите, я попить хочу. Послушай, Петька, я давно хотел посвятить тебя в страшную тайну. Тайну? Давайте. Помнишь, как я однажды чуть не утонул? А-а-а, это когда мы от белых через Урал драпали. Не драпали, а передислоцировались. Ага, да-да-да. Вы еще тогда ко дну пошли. Вот именно. А дальше как раз самое интересное и было. Я, Петька, тогда про инопланетян не знал вовсе. Они уже вовсю планы свои коварные строили. Хотели из меня робота ихнего сделать. Терминатора, то бишь по-научному. Да только я им не дался. Разметал их там. Человек 20 зашиб, а то и 30. Рванулся, понимаешь, что есть мочи, да и вырвался. Я пока ничего делать не могу. Такие с пушками-то. Идиот. Слушай, ну не наврал, разметал чё их. По космосу. Ну и история. А чё же мне раньше-то ничего не сказали? Да понимаешь, Петька, как-то всё времени не было. Да и неудобно как-то. А чё ж тогда теперь рассказали? Да ведь просто сил нет терпеть больше. В общем, ты меня прости, Петька, за такое дело, но видение у меня каждую ночь. Ух ты! Да вы же транс! Я тебе ещё как дам транс. Я имел в виду, вы медиум. В смысле, будущее предсказывать, собак там всяких пропавших искать и все такое. Это вряд ли. Понимаешь, они там мне в голову какую-то штуку хитрую вставили. Микрочип называется. И теперь, как только к перемене погоды дело близится, у меня башка так ломить начинает. Хоть стой, хоть падай. А еще по ночам, как спать уляжешься, всякие странные вещи видеть начинаешь. Хм, может, и меня эти инопланетяне тоже того? А я-то с дуру все на фурмановский портвейн грешу. Может и так. А вот мне, например, привиделось, что инопланетяне внутри колодца нашего целый лабиринт понастроили. Лабиринт? Лабиринт — это круто. А мне вот после портвейна только гадость всякая лезет. Да послушай ты, меня теперь такая мысль терзает, что, может, если бы мы с тобой, Петька, туда спустились, то нашли бы там способ, как из меня эту железяку проклятую выдернуть. Хм,
Мысль стоящая. Только как же мы с вами в колодец-то заберемся? Ну, как-нибудь попробуем. Он же все равно высохший. А что, собственно, все равно сидим без дела. Почему бы и не сходить? Ну что, Василий Иванович, как спускаться-то будем? Эх, жаль, веревка коротковата. Надо бы найти чего-нибудь, да удлинить ее малость. Ага, все, игра. А, так, кстати, слышал, что Чапаеву даже повезло, что он во время революции умер. Если бы дожил до конца, то его бы расстреляли за то, что в революции он в царской армии служил. Но так героем умер. Ну, да, наверное. Это Чапаев. Да подожди, у меня мышка не двигалась, алё. Чё? Я мышку ниже не могу. Что? Ты чё? Дурак, что ли? А чё такое-то? До революции здесь стоял дом известного деревенского ростовщика. Этот я мышкой двигать не могу. Единственное, что уцелело после пожара. А жаль. Поговаривали, что у него еще был шикарный винный погреб. Блин, а если сейчас игра не будет работать, это будет неприкольно. Ну, смотрите. Вот я выше не могу его. Что за бред-то? Подожди. Да нет, всё. Это в игре что-то. Ну-ка. Вот как мне? До революции да здесь подожди. Стоял дом известного Нет, а серьезно. А все, я не могу больше ничего делать. До революции да все, понял я. Блин, подождите. Может, управление классическое надо выбрать? Да я не могу ниже. А подожди. Может, я могу так делать? О, я могу на этом самом. Подождите. Я могу на геймпаде играть. Ну, мышка не пашет. Точнее, пашет, но... Мой командир. Ой. Так. И чё тут можно? Блин, так это я, конечно, долго буду. Подожди. Классическое упрощенное. Да блин, ну а как мне по-другому? Подожди. Тут нельзя полный экран как-то сделать игры? Сейчас, погоди, может это просто в этой локации такая фигня? У меня, короче, мышка за экран вылазит, блин. Ну да, реально, я не могу ничего двигать вообще никак. Блин! А! Блин, Градорму! Я не могу двигать даже здесь ничего. А закрыто! Как? Закрыто, блядь. Ну да. Я не могу ничего делать. Не работает твоя игра. Это Чапаев. Да пошел ты. Так, сохранить. Загрузить. А как я тебе починю? Такое интересно, а как я починю ее, если она не работает? А как мне игру в окне... А, подожди, слушай. Ну-ка, сейчас. А если вот так сделать? Блин, там второй надо выдергивать, да? Так, не так. Тихо. Компьютер, не это самое, не делай мне тут. Так, продолжить. Да блин, нет, нельзя. Это Чапаев. Да все, все. В этом уютном домике живет. В этом уют. Подожди.
Так, а как мне сделать, чтобы... Сейчас. Не, ну чё, я уже это самое... Курсор. Курсор не двигается. Вот. Ошибки, баги. Сейчас, подожди. Так. Не знаю, что такое. Так и в какую другую игру, блин? Я уже на это настроился и... Как-то, ну, не то. Ничего не слышно. Блин. Не видит мышь клавиатуру. Как играть, если невозможно управлять процессом? Блять, это тупой сайт, короче, я его знаю. Он вообще ничего не это. Так. Так, мне нужно найти игру, попробовать ее запустить в эту Windows. Боунбой. Все, чат, расскажите что-нибудь, как ваши выходные прошли? Этика. Свойства. Может, в режиме совместимости с каким-нибудь XP запустить? Извините, выходные. Ну да. У кого-то же были выходные. О, работает, я починил. Так, у вас игра чё, где? У вас появится вообще, нет? Игра! Ну, что за фигня? Давай, игра! Red Comrades. Попрошу. Нет? Не хочешь? Добавить. Окно. Захват окна. Не этого, блин, так нельзя. Тогда не так. Да вообще не говори. То игру, то не игру. Ой, вы этого не видели. Брать. А, добавить захват. Чего? Экрана. А, ну вот, захват экрана фул. О. Чепленько. О. Все. Так, что у нас там? Как там дырчить его? Только не привосили его. Так, ладно, дрочить он не алло. Закрыто. Закрыто. Окей. А как мне вообще в меню зайти? А, через Escape, да, вот так. Что надо делать-то? Подожди. Нам необходимо спуститься в высохшей колодец, но веревка коротковата ее. Так, например, палка. Я видел одну у нашей бани. Ага. Вон палка, да. Сигарки. Такое.
По-моему, это было в первой части. Фу. Да давай ты уже, господи боже мой, достал. О чем разговор, конечно, берем. Так. Давай, Петька, действуй, а я за тобой. Вы уверены? Лучше оставим все как есть. Может еще пригодится. Окей. Окей. А, стрелка когда появилась. Такой он, конечно, нелепый парень. Ну и как? Это что, портал в ад, что ли? Мне кажется, в первой части этого не было. Смотрите, Василий Иванович, вы оказались правы. Тут действительно какие-то катакомбы. Да уж. Значит, и тут инопланетяне поработали. А мы бы так ничего и не узнали. Ничего, теперь они от нас никуда не денутся. Пойдем, Петька, проникнем в самое сердце их логова баанова. Так подожди, мы в первой части спускались же сюда, по-моему. Прыгнуть в пропасть? Это же самоубийство. Или убийство. Еще покусают. Вернусь сюда в рукавицах. Не спускались? Подожди, в рукавицах? Я бы их покормил, но у меня, как назло, нет с собой ни грамма съестного. Так. То есть нам что, надо... Подожди, нам надо, значит, с рукавицами, что ли? Надо смотреться в поисках подходящей доски. А, блин, там доска. А вот это, пожалуй, возьмем. Так. Ну и чё? А, вот. Мне что-то казалось, что я видел уже эти катакомбы. Ну или какие-то катакомбы похожие. Убежище 13. Типа. Тяжеловат будет. Так и надорваться недолго. Эх, я б его. Главное, смотри, чтоб не он тебя. От борта в левый угол, это мы запросто. Так уж больно луза маловато. Или шар великоват. Угу. Так, и что вы хотите от меня? Этот валун загораживает проход. Как бы его оттуда похитрить? Эх, я б его... Так, а что делать-то? Тут ничего повязать нельзя. От борта... Нет, все не то. Ну и взять я его не могу. Так и шо? Валим отсюда. А туда я пройти не могу. Блин... Василий Иванович, может вы свалите отсюда, а? Подожди, а как мне вызывать это меню? Блин, я же как-то это делал. Ну, которая со звездой вот это вот, я же как-то, ну, что-то нажимал. Хер его знает. Тяжелый шал надо убрать, может политрук. Политрук.
Политрук у нас получается где? Пасека. Дом Петьки. Так. Я не могу сюда пройти никак. Придется идти пешком. Подожди, а как мне туда пройти? В обход, что ли? Еще быстро не могут пройти туда. Итак, репетиция. Раз, раз. Раз, два, три. Проверка. Товарищ! Да, хорошо. Начало хорошо. Определенно хорошо. Ну, приступим. Товарищ, землю крестьянам – это раз. Миру мир – это два. Да. О, как дальше-то? О, воду матросам – это три. В смысле, каждому по потребности. Не потребности какие-то. Ну и дела. Смотрите, Василий Иванович, Кузьмич-то наш как вырядился. Неужто на митинг собрался? А на рожу что прицепил? Аферист. Смотреть страшно. Это у меня, между прочим, теперь стиль такой. Стиль, говоришь? Ага, молодежный. Ты б хоть не позорился, а то не узнают тебя наши мужики-то. Еще наваляют с перепугу. Не нравится, не смотрите. А мне вечером в клубе доклад толкать, понял? Для солидности в самый раз. Так. Ладно. Подожди, а что мне там в этом лесу-то делать? Алкаш, еще один. Так, ладно. С алкашами тут все понятно. Подожди, а я могу? Блять, я не буду. О. Нам дырявое ведро не... Ну и ладно. Ну-ка, я могу? Во. Давай сюда сходим. Еще один алкаш. Да вы запарили. О, гости пожаловали. Что новенького? Да мы, собственно, так просто. Проверить, как у тебя тут дела? Ну и отлично. Так. Фурманова использовать не удастся. Он сам кого хошь использует. Да чего с него взять? Одно слово. Интеллигент. Слушай, политрук, мы тут к тебе по делу. Неужели? Да ты не перебивай, дай сказать-то. В общем, нам это, как его... Проход освободить надо. Какой такой? Впрочем, лучше мне этого не знать. Угу. Ну, а я-то тут, собственно, при чем? Мы думали, ты же у нас грамотный. Может, присоветуешь чего? Пургену могу посоветовать. Фу ты! Да мы не затем! Ага, нам бы лучше динамиту. Динамиту? Ну вы, братцы, даете. Впрочем, мне-то что? Держите. Изи? Чё? Желаю успехов. Хороший ты все-таки человек, Фурманов, хоть и политрук. Так, ладно. С этим разобрались. Так, печь. Погнали. Блин, только не говори, что сейчас будешь заново это... Ой, а не, все, можно скипнуть, слава богам. Я уж испугался. Блин, да, ссылка на Fallout, конечно, классная. Ну чё, поджигай. Голыми руками динамит я взорвать не сумею. Чтобы его взорвать, надо подцепить к нему провод и подать напряжение. Да ты гонишь. Сапёры ошибаются. Почему это? Дважды. Первый раз, когда решают стать сапёрами. Так, ладно, наверное, нам тогда куда? Подожди, а в лес? А вот в тупик, наверное, да? Тут же провод есть. Не, спасибо. Я молодой. Может, Василия Ивановича подбить на это дело? Да погоди ты. Я его не подниму. Можно и не пробовать. Ладно.
Ты выключи, а остальное я сам как-нибудь. Ну. Что там электричество все равно есть. Какая-то странная штука. Василий Иванович, а вы не могли бы взяться за этот провод? А что толку-то? Ну, как вам сказать, ток пойдет по этому проводу аж до самого подземелья. Не пойдет, провод-то совсем рядом заканчивается. Его бы продолжить как-нибудь, да только вот как? Оживить его не удастся, пусть лежит. Ну, а чё? Я буду бояться носить с собой. Понял. Так. Ух, Петро, не нравится мне твоя затея. Трогаем все, что не попадет. Так и помереть недолго от несчастного случая. Как провод-то забрать? Как соединить провода? Я не смогу. Тут нужен хороший проводник. Так, ладно. Левсжев, так, детонатор. Детонатор сделаем свой. У дома Фурманова. А, на фонаре висит длинный... Думаю, Фурману. В жизни бы не догадался. А вот провод нам действительно нужен. Так. И что мне теперь надо? А, подожди, а теперь надо удлинить, получается, что ли? Наверное. Подожди, Петька, ты чего это задумал? Ну, как вам сказать... Хочу протянуть этот провод к динамиту, который мы заложили у заваленного прохода. Мысль-то дельная, вот только боюсь, не дотянется он отсюда. Надо бы другое место поискать. Может, я зря выключал? А куда он идет-то? Я что, знаю, что ли? Так. Копаться дело нищих, а мы А вон, смотрите, идет туда. Так, провод. Отсюда я до провода. А куда он дальше-то идет? Как же я его возьму? Оно же. Угу. Я в дупло не неизвестно, кто там же. Да и вообще. Так, давайте смотреть, куда ведет провод. Я фиг его знает. Куда-то же он идти должен, правильно? Но вот куда? Подсолнухи. О! Покажи уже тут все это. Лучше оставим этот металлолом пионерам. А что тебе пионеры там? Сейчас он спит? Лучше оставим пионером. Понял. О, господи, одни алкаши. Что это вообще такое-то? Я не могу туда никуда пройти. Пень, алкаш. Так, куда, короче? Тянуть наш провод до катакомбы динамита. Подожди, у дерева какого... А как? Были пришельцы, а теперь алкаши. Поменяли зеленых человек на синих. Ну да. Так а чё, я не могу до него дотянуться. Отсюда я до провода не достану. Я понял. Во. Вот оно чё. Так, а чё, он теперь здесь? Так, вот провод. И чё, он теперь вниз надо? Да давай ты уже. Так. Голыми руками динамит я взорвал. Чтобы его взорвать, надо подцепить. Так, получается, теперь мы идем в тупик. Контачим Василия Ивановича. Ну что, Василий Иванович, у меня все готово. Ладно, уговори. Только не забудь, тебе еще его в подземелье тащить. Да в динамит втыкать. Так воткнут уже. Так.
Ну вот и хорошо. Сейчас он сам включит, да? Как самочувствие? Давай, давай, топай! Да смотри, не перепутай! Дури! А, то есть он не воткнут? Ой-ой. Пуньк. Блин. Ой. Идиот. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто здесь? Это мы. Кто мы? Где я? Известно где. Ладно уж, потерпи. Кий достал, блин. Да. Давай, вставай, тряпка. Василий Иванович. Эх ты, пиротехника. Василий Иванович, что это было? Пиротехника. Завалила тебя, малешка. Ну, пойдем. Пойдем. Нельзя скипнуть. Ну точно Fallout. Ой, Full Throttle, да? Бинокль достал. Ты что, балбес, что ли? Так, ну давайте пойдем направо. О, Петька, а здесь они жертвы приносили. Человеческие? Может и человеческие, а может еще похуже. Это же инопланетяны, Петька. Ну это пятый элемент. А что значки на них такие? Это символы, похожи на природные элементы. Смотри, Петька, вон там огонь, дальше воздух, потом земля, а там вода. А в центре что? Вот вопрос. Механическая муха. У меня не получится отодрать ее. Блин, опасный ты парень. У меня есть несколько идей по поводу использования этого помоста. И все они мне совершенно не нравятся. Так, что там? Где-то кнопка интересная. Дип. Ну, найдем же, махнем. Куда это мы теперь выбрались? Не знаю. Смотрите, там внизу целое лавовое море. Не то слово, Петька. Целый магмовый океан. Какой-какой океан? Магмовый. Ну, это почти как лавовый, только круче. Хм. А как вы думаете, Василий Иванович, он зимой замерзает? Дурилка ты картонная. На зиму только речки замерзают, да тут океан целый. А чего вы сразу обзываться-то? Дурилка, дурилка. Я, может, и сам догадался. Тоже мне эрудит нашелся. Петька, будешь конючить, ща изнасилую. Будешь конючить, сейчас изнасилую. Отсюда не получится. Не знаю, что это, но выглядит значительно. Ой, ребят, вы извините, что я зеваю. Блин, я правда очень спать хочу. Страшная угроза. Да. Кнопка. Нет! Да. Что? Да вы издеваетесь. Боже, он взял и сдох. Как? Прошел игру, да? Мне думается, Петька, что он здесь скорее для красоты. Да чего ж странное у некоторых представление о красоте? Спи, моя радость, усни, ножки за шею загни, пятками уши закрой. Это что-то другим попахивает, не позой для сна, нифига. Если я пойду дальше, этот милый луч отрежет мне мои любимые ноги. Но право же, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Главное, чтобы вам было весело. И все такое. С
Согласен. Пошли. А, нет. Не обращай внимания, Петька, это провокация. А я не обращаю. Вот если бы мы сумели как-то отклонить этот луч. Если бы это была настоящая статуя свободы, я бы с удовольствием отправился на экскурсию. А так? А так жопой наперекосяк. Так а что делать-то? Я не знаю. О, подожди, руль надо забрать. Зачем? Не уважаешь ты, Петька, труд тех людей, которые эту штуку смастерили? А с чего вы взяли, что это были люди? А кто ж, по-твоему? Как кто? Инопланетяне. Кому еще придет в голову изобразить на древнем барельефе какую-то футуристическую конструкцию? Хм, и действительно, кому? Кому? Чат. Подожди, Петька, этот руль сюда не подойдет. Почему? Зеркала не так повернуты. Хм, Василий Иванович, а вы умнее, чем выглядите. Так, а как мне их повернуть? Там два массивных боковых зеркала, да и вообще вещь. Правильная руль. Подожди, Петька. Почему? Если бы это было на... Так а как мне повернуть-то? Тут я ничего сделать не смогу. Туда надо поставить... соответствующий символ. Блин, как же тяжко, когда спать хочется. Это небезопасно. Да ты что? Серьезно? Не, короче, мне не сюда. Надо как-то там. У меня не полу. Я бы с удовольствием убрал ее оттуда. Что мне? А, болтами прикреплено. Ну давай. Подожди, Петь, почему зеркала? Блин, мне тяжело думать, короче. Очки. Блин, да я реально бы, блин, не догадался. Послушай, Кузьмич, я тут немного подумал, и мне ужасно захотелось походить немного в твоих очках. Завидуете? Я же говорил, молодежный стиль-то понимаешь? Не видать вам моих очков, как и своих, впрочем, тоже. А если мы тебе спирту дадим? Или махорочки там? Ну не, меня так дешево не купишь. Да в квестах была логика? Спирт? Это не. Есть же квесты, где логики есть. Его уже нет. Поэтично, однако. А как насчет? Впрочем, нет. Это нам и самим пригодится. Послушай, Кузьмич, а если мы тебе формулу спирта дадим? Формулу? А на что мне? Как на что? Вечные ценности, понимаю. Разберешься, производство наладишь, вся деревня к тебе ходить будет. И то правда, это тебе не медом торговать, спрос обеспечим. Ладно, ладно, вы пчел моих не трогайте. А насчет формулы, мысля положительная. Так и быть, давай сюда свою формулу и по рукам. Так, а как ему формулу дать? Не знаю, Фурманова, наверное. Да-да-да, С2, H5, H. Так, Фурманов, ёпта. Давай мне сюда формулу свою. Ну, как дела? А ты как думал? Вот я и спрашиваю. Вот я и отвечаю. Тогда понятно. Везёт же вам. Фурманова исп... Он...
Да чего с ним одно слово? Так, стол. Подожди, бутылки. А тут нет нифига. Что? Очень... Оставь! Нет, это все не то. А может тогда в доме в нашем где-нибудь? Подожди, может у Анки? Закрыто. Так а как не попасть-то? Никак. Да давай. Где может быть форма? Да, господи. Закрыт. Да в смысле закрыт? Как он может быть закрыт? И пробовать не буду. Спрятаться от кого? От кого? Чё там? Резиновый матрасик. Надо бы его взять. Давай. Так. Нашел. Нашел. Я до него не дотянусь. Резиновый матрасик. Собираться? Мы же никуда не едем. Да как тебе сказать, никуда не едем. Подожди, чего? А, понятно. Подружка, блин. Матрасик, говорит. Еще раз напоминаю, там в горшочке просто земля. Да я вижу. Ну ладно, авось пригодится. А, да? Блин. Я же сказал, это старая ржавая с... И никому спрашивай. Нам-то она... Вот мне тоже интересно, фига ну она вам нужна. Ну и чего мы ждем? Старика Хоттабыча? Или Аладдина? Меня боевого командира не выйдет. Короче. Фурманов, твою мать, давай мне сюда формулу. Я тебе тетку дам резиновую. Ты ж хочешь, я знаю. Фурманова использует. Он? Фурманова. Что-то нифига. Так, а куда тогда-то? Подожди. Воды набрать, что ли? Что ли? Так, печь, думанки, дом Петьки. Я больше никуда и не могу. Да, может, на свалке есть что? Да нет. Так, что в тупике? Чуваки. Василий Иванович, да что же это такое творится в конце-то концов? Ты прав, Петька. Срочно разбуди их, запиши фамилии и отправь в штрафную роту. Роту? Да тут скорее штрафной дивизией попахивает. Я больше никуда не могу здесь походить. Давай здесь посмотрим. Подъем! Отбой! Подъем! Отбой! Ага, ты бы им еще колыбельный успел. Не надо. Нет, это сено кто-то складывает. Блин, нет у вас ничего тут, а, пацаны? О! Что тут скажешь? И не говори, Петька. Все ясно без слов. Нашел, кажется. Ну во. Хорошо, матрас, что такого? Да не, ничего. Это мы ему не отдадим. В смысле? А вот эта этикеточка нам пригодится.
Держи, Кузьмич, свою формулу. И уж принесли. Еще бы. Держи. Теперь дело откроешь. Каждый тебе спасибо скажет. Ну что ж, дело перспективное. Не скрою. Получайте свои очки, молодежь. Ура! Фига мне там синячело такое. И помните, имидж не что. Да-да, жажда все. Ой, сломались. Надо же, какие хрупкие. Ну ничего, мне так даже больше нравится. Быстро он их приговорил. Так, ну все. Ну мы тут же играли, да, только теперь мы другие квесты делаем. Махорку, что мы там с ним только не делали, блин. Как сложно, да не говори. А мне еще сложнее, потому что меня рубит не по-детски. Поэтому, чат, у вас задача не дать мне заснуть. Вот. Подожди, Петька. Если мы сразу вставим между лучами эти половинки очков, лучи уйдут прямо в потолок. Ну и пусть. А нам-то что? Во-первых, может случиться обвал. А во-вторых, если просто прервать эти лучи, наверняка сработает какая-нибудь сигнализация. Хм, в потолок, говорите? Что бы такого придумать? Подожди, Петька, это... Почему? Зеркал... Хм... Так подожди, чего? Не обращай внимания. А я не обращаю. Вот если бы мы сумели как-то. Да ё-моё. Чё надо? В толке над лазером есть отверстие, идеально подходящее для руля. И... А где? Блин, как я это должен был найти? По-моему, для начала так будет неплохо. Что? Как до этого надо было догадаться? Блин, дверь. Ай, да ладно. Жесть. Ух, блин, тут нифига себе. Давай сюда сначала. Да, впечатляет. Наверное, там внизу находится что-то очень важное. По-моему, мы подобрались совсем близко. Да, переступить нельзя было. Смотрите, Василий Иванович, а это окно в потолке выходит прямо на дно нашей речки. Надо будет обязательно прийти сюда, когда Анка соберется купаться. Неплохой план, кстати. Так. Дюк Нюкем. Было бы неплохо сфотографироваться на его фоне. Но я, пожалуй, лучше ограничусь небольшим сувениром на память. Вне всякого сомнения. Ну, отлично, дробовик есть. Варвар ты, Петька. Может, и варвар, но устоять перед таким стволом было невозможно. Ой, Петька! А это может, у него даже член видно такой. И не надейтесь. А, все, не светится больше, да? Вот это взобрались! Это помещение напоминает мне адскую котельную нашего деревенского банщика Федьки Крюкова. И не говори, Петька, у меня самого Крюгера. Вы только теперь не засните, Василий Иванович. Заснешь тут с тобой. А со мной-то зачем? А? Трепач! Да вот реально. Так, рычаг, дырка. Если использовать дырку именно так, как подсказывает мой жизненный опыт, вы рискуете всю игру провести за лечением моей промежности от ожогов второй, третьей и первой степени. Заткнись, Петька! Так, Чан. Вы же видите, я пытаюсь. А вот это мой размерчик.
Мы нашли какой-то чан. Хотелось бы остановить свой выбор. Или на чем-нибудь. Если его оторвать, мы не сможем. Ага. И будем торчать в этом подземелье до тех пор, пока нас не отформатируют вместе со всей многострадальной, многозадачной операционной системой. Чего-чего с нами сделали? Блин, сделаем? Жесть. Ну просто поверь мне на слово, Петька, что это не круто. Это всегда пожалуйста. Угу. Это всегда бы. Так. Я эту трубу использовал и не хочу, и не буду. Чтобы поднять этот чан, нужно очень много жизненной энергии. Гораздо больше, чем сейчас у меня. Да блин. Ага. Сейчас. Шаолиньские монахи вот тоже использовали такие котлы. Силу проверяют. Ну и где они теперь? Интересно. Прибило нафиг. Еще одно короткое замыкание. Василий Иванович, а если одно короткое, одно длинное? Или два длинных, одно короткое? Тебя, Петька, и могила не исправит. А вы попробуйте, может, и исправит. Ты меня не провоцируй. Ты меня не провоцируй, Петька. Да я вот попробовал Чапаева отправить. Еще, Василий Иванович, тебя опять. А вы попробуйте. Ты меня не. А как, блин, Чапаев? Ну ты занял. На стрелке? Нет. Да ну их. Ну и все как бы, да. Да ну их и ладно. Было бы неплохо, но я. Да блин. Не правда ли, рядом со мной этот американский хлюпик смотрится бледновато. Это потому, что так и было задумано. Так. Хотелось бы остановить. Или на чем? Может, нужно еще? Это всегда, пожалуйста. Сейчас я, короче, выключу вебку. Я прям. Алло! Так, стрим так работает. Че ты мне вебку-то не выключаешь, Алёша? Чего? Подождите, чат. Прикольно. Мы не увидим, что ты уснешь. Ну, печаль. Да блин, глаза болят, не могу. Прям я хочу выключить свет просто. Как нам тебя будить? Ну, разберетесь. Я думаю, это несложно будет. Будешь храпеть в микрофон? Я не храплю. Это вы правильно подметили. Хорошая труба. Надо бы ее использовать. Ну как? Ну как? Это равносильно самоубийству. К тому же я туда все равно не дотягиваюсь. Да я просто, блин, я не хочу зевать вам в эту в камеру. Сейчас у меня это второе дыхание, если откроется. Пусти, Петька. Сейчас я его. Второе дыхание откроется, я включу обратно. Пока что что-то я вообще никак.
сорян, ребят, ну что-то да, прям. Водички попить. Да я пью. Я уже стакан всандалил. Так, что у нас здесь? Я забыл. Ну да. Будешь бегать, сикать и спать. Будет некогда, спасибо. Еще одну. Василий, вот тебе опять. А вы попробуй. Ты меня не. Ну что, соединить нельзя, что ли? Лава. Вам как лучше? Сначала зачерпнуть или сразу хлебнуть? Да я, скорее всего, и свариться-то толком. Интересно, а крикнуть хоть успеешь? Крикнуть я и здесь могу. Ну, знаешь, это не повод. Угу. Скорее всего, эта штука отключается где-то в другом месте. Так, Василий Иванович. Блин, да не сгибай. А, иди, стреляй! Так, чуть дальше делать. Элемент в... А-а-а. Самолетик на свалке. Блин. Самолетик. В мусоре копаться. А, вот самолетик. На твоем месте, Петька, я бы вернул его хозяину. Ну, раз на свалку выбросили, значит, не нужен был. А я как раз таки коллекционирую. Ну и что? А я, может, и уши коллекционирую. Так что ж мне теперь, с топором за тобой бегать прикажешь? Уши? Вот здорово. Как же это я раньше не додумался. А может, махнемся? Я вам самолетик, а вы мне уши Гурманова. Фу ты, радость какая. Так, а где нам землю найти? Давайте подумаем. Земля в огороде, наверное. В саду ли в огороде? Зачем нам нужны? Не люблю я тыквенную кашу. Ох, как не люблю. Бля, я может сейчас буду... Слушайте, а что делают? Этот горшочек нам еще пригодится. А, подожди, так у меня есть... Ой, все, надо идти обратно. Почему сразу туда нельзя протонуться? Вот это, кстати, бредово сделано. Ой. Так пятый элемент муха же, нет? Ну, либо тетку. Да давай уже. Так. Значит, сюда воду. Да. А вот за воду, хотя бы и огненную, он сойти сможет. Земля. Вот здесь ему самое место. Так, самолетик. Ну вот, это было совсем несложно, не так ли? И огонь. Вот здесь ему самое место. Какая грязь. Ага, попалась. Попалась. Так вот она какая, настоящая любовь. Ага, именно поэтому ты ее везде с собой таскаешь. А вот это уж дело сугубо личное и никого не касается. Кстати, Петька, есть у меня один знакомый сексопатолог.
Специалист высокого класса. Могу замолвить за тебя словечко. Ревность? В вашем-то преклонном возрасте? Не ожидал. О, мы отключили, наконец-то. Пойдемте, сексопатологи. Смотрите, Василий Иванович, как я и думал, эти силовые установки теперь отключены. Уверен? Да чтоб мне сгореть! Сгореть, говоришь? Ну, пойдем. Сгореть, говоришь? Ну, пойдем. Крепкая конструкция. Не представляю, как можно отломать ее, не причинив себе вреда. А хочешь, я брошу тебя в лаву, и ты попробуешь проплыть мимо? Ну уж не. Лучше уж бросьте меня, и я попробую просто утонуть. Ладно. Василий Иванович, что это? Кажется, в моей оперативной памяти содержится описание этого инопланетного агрегата. Эта штука называется энергетический временной реактор импульсного кристаллического аннигилятора. Эврика. Сокращенно Эврика. И что это значит? Это значит, что мы нашли действующую модель машины времени. Вот здорово. И куда же мы отправимся? Я думаю, в будущее. Точно. Да, Петька, это наша последняя надежда. Нет, есть еще одна. К тому времени во всем мире уже победит коммунизм. И с помощью футуристических технологий из вас наконец-то смогут сделать человека. Ого, человека. Может, сначала войдем внутрь? Давай. Не очень похоже на... Это мой единственный шанс. Ну? А? Что толку стучаться в закрытую дверь? Ага, зато в открытую много толку. Я вышибу эту дверь с 5 ударов. А я с 10. А я с 20. А я вообще не вышибу. Валяй. Готово. Приз в студию! Да в смысле? Он стоит на своем месте. Это кристальчик. Хорошо, что мне такое не вставили. Хорошо, что мне такое не вставили. А, во, кнопка. Не буду скрывать. Красные кнопки — моя давнишняя слабость. Не нажать ее — выше моих сил. О, открылось! Хитрые люди все-таки эти инопланетяне. Кстати, чат, на ВК Плейлайве теперь можно подписки, ну, называть по-разному. Там теперь, если наводишь на иконку, там написано типа подписчик и уровень какой. Теперь можно вместо подписчика что-нибудь писать. Вот я вот сегодня думал, сидел. Что туда можно написать? Ну так ничего и не придумал отдельного. Может, у вас есть какие-то идеи? Как мы можем называться? Ну, вы точнее, не подписчики, а как? Чтобы было в тему. Так мы можем нарушить пространственно-временной континуум. Да, да он и без того постоянно барахлит. Как это? Барахлит. А если в нем еще все, кому не лень, ковыряться начнут, так еще чего доброго вообще весь на пол вытечет. Кто это вытечет? Ну кто-кто? Этот ваш? Кутиню. Чего? Да, и тогда нам всем полный Чернобыль настанет. Ты сам-то понимаешь, чего плетешь? Конечно, я вашу мысль разбиваю. Какую? Как лениво нам в этом пульте ковыряться, ну и все такое. Знать бы еще как. Привет, привет. Well.
идтить, ядрить, колотить. Такой жопкой подвигал. Почему шарахнул? По вашему приказанию прибыл. Ай-яй-яй-яй-яй. Красно-черно кабачковый и крас изюмом. Куда это нас зашвырнуло? Не иначе, как в Москву. Что-то не похоже. О, алкаши. И то правда. Я припоминаю что-то про какой-то Брайтон-Бич. Брайтон? Так это же в Америке. Ого, а как же мы с ними разговаривать будем? А чего? На английском? Или ты не махнешь, Петька? Отчего же? How do you do, Василий Иванович? Я тебе сейчас такую до-йо-до устрою. Ни один фриканец от своих не отличит. Понял, молчу. А год хоть какой заметил. Последнее, что я увидел, это цифра 69. Ишь ты, аж на 50 лет, значит. Ну и отлично. Значит, тут у них наверняка коммунизм уже в самом разгаре. Главное теперь хорошего доктора найти. Это точно. А то вдруг тут у них никаких болезней больше нету, и врачи отменили. Запомни, Петька, если есть евреи, значит, должны быть и врачи. А с чего вы взяли, что тут должны быть евреи? Ага, а климат? А море? А песочек? Интересная теория. Ну ладно, опустим этот момент. Да у них тут и впрямь на полках коммунизм творится. Я тебе так скажу, Петька, нормальному человеку в таком изобилии делать нечего. Еще бы! От таких ассортиментов и рассудочность потерять недолго. Точно! Короче, план такой. Берем всего по два. Нет, по три и уходим. Только быстренько, а то у меня уже глаза разбегаться начинают. Так, папиросы. Что там, самец, Бонд и Мальборо? У меня пока своих хватает. Так, ну давай. Чего изволитесь? А можно нам взять вот эти груши? И почему бы не взять? Груши сочные, хорошие, первый сорт. Отлично. А виноградика возьмете без косточек? Ух ты, без косточек. Возьмем, а, Василий Иванович? Бери. А может еще и колбаски наберем? Само собой. А может ветчинки? Безусловно. Сырку? Обязательно. Газировки шипучей? Все непременно. И спирта! Бочку! Ну, Семен Семенович. В смысле, ну, Василий Иванович. Не переживайте так, молодой человек. Сейчас и спирт найдем. Целую бочку. Ведер на 20 вас устроит. А деньги, какие деньги, да, да. Вот это человек будущего. Да, настоящий друг. Настоящий коммунист. Приятно вам провести время. Спасибо. А пакетики вам не нужны? Премного благодарен. А донесете? Без проблем. А может, вам такси вызвать? А может, вы нас на руках дотащите? Не наглей, Петька. Шучу. Ну, ладно, нам, собственно, уже пора. Да, мы пошли. Как пошли? Куда пошли? Деньги! Спасибо, конечно, но это уже будет лишним. Да, денег нам не надо. Ну, началось. Я так и знал. Опять эти безработные набирают целый вагон, а потом отказываются платить. А ты еще с ними любезничай. Шуточки их идиотские выслушивай. Чего это он, а, Василий Иванович?
Не знаю. Обиделся, наверное, что мы у нее денег не взяли. Вон! Вон из моего магазина! И продукты на место положите! Люмпины! Торгаш! Морда! Шпион африканский! Успокойся, Петька, пошли отсюда! Нечего нам перед этим ростовщиком душу обнажать! Хорошо, но мы еще вернемся. We'll be back. Чего? Он меня понял. Он меня понял. Вот и покушали виноградику без косточек. Что делать-то будем? Раскулачивать гада. Дело, говоришь, Петька, надо проучить этого хрубияна. Может, мы его того, бритвой по горлу? Мелко мыслишь, Петро. Бери выше. Куда выше-то? Скальпировать, что ли? Опять ты меня не так понял. Я хотел сказать, что насилием мы от него ничего не добьемся. Насилием? А насиловать-то зачем? Я в такие игры не играю. Во-первых, как раз играешь. И именно в такие. А во-вторых, почему ты все время мои слова понимаешь в извращенной форме? А как еще их прикажете понимать? Да не собирался я, Петька. Да неужели ты мог хоть на секунду? Само собой. Я-то думал, как в криминальном чтиве. Красный шарик в зубы и поехали. А вы что, лаской его хотели заманить? О чем ты говоришь? Да у меня и в мыслях. Хм, в мыслях говорите? Представь себе, чужая душа, потемки, между прочим. Или еще лучше, глаза боятся, руки делают. Прекрати, Петька. Думай лучше, как нам проучить мерзавца. А я о чем? Хм, проучить. Кстати, а может курс Илоны Давыдовой? Ну это ты слишком. Лучше уж бритвкой по горлу. Так. Да что тут думать, наливай да пей. Спасибо, я пешком постою. Ой, блин, этот. А вот эту я бы полистал. Надо будет попросить. Привет, пионер! Разрази меня гром! Это же наш старый знакомый Павлик! Павлик? Ну да! Павлик Морозов, неужто забыл? Кому Павлик, а кому и господин ПМЭ? Ого! Да ты тут совсем освоился, как я погляжу! А как же, делаем свой маленький бизнес! Чем торгуешь-то? А всем понемногу. Сувениры, матрешки, игрушки, значки, пионерские звездочки, погоны, фуражки, ордена, бронежилеты, автоматы, минометы, напал, тротил. Родиной, значит, торгуешь, гад. Не родиной, а ностальгией. И не стыдно тебе, пионер. Отец, отойди. Ты мне своими криками всех клиентов распугаешь. А что-нибудь эротическое у тебя есть? С картинками? Есть одно порноиздание, но... Как называется? Этого я тебе сказать не могу. Точнее, могу, но потом мне придется тебя убить. Кроваво. Это жизнь. Это жизнь. Так. Пусть Петька развлекается, ему полезно. А вам бесполезно. Мне больше нравятся писатели-фантасты. Тогда это вам в самый раз. Коммерсант? Спекулянт. Бей спекулянта! Вам надо выбить. Пионер, ты в ответе за все. Равняйсь! Смирны! Отвечай, где наши! Так, эти ничего не хотят. Не хочу. Орлы, предлагаю на брудершафт. Да им хоть за здравие, хоть за упокой. Так. Посетители? Невероятно! О, как моряк! Как вы сюда попали? По распределению? Нет, добровольцы. Добровольцы? Я не верю своим глазам. Зря. Добро пожаловать в наш музей. Итак, все по порядку. Для начала я прочту вам вводный курс лекций, а затем и основной. Ну, что уж потом, доберемся и до расширенного. Не надо, мы очень торопимся. Не хотите? Нет. И лекцию про Австрала Архиториуса?
Нет. И про окаменелости пещерного медведя кроманьонского периода? Нет. Даже про особенности ритмики напевов у гавайских аборигенов? Не надо. Как же так? Я ведь приготовил прекраснейший набор тем. На самом деле мы пришли посмотреть в этот телескоп. Хорошо, смотрите, только не слишком долго. Говорят, от этого можно ослепнуть. Если верить всему, что говорят, ослепнуть можно от чего угодно. Ух ты! Аре Кришна, Аре Рама. Так. Можно мы еще в телескоп посмотрим? Валяете? Лучше попросим. Читай, Петька, пригодится, а потом меня научишь. Читать-то? Притворюсь, что я этого не слышал. Зачем это? А чтоб руки не марать. Да что ж вы все зеваете-то? Спасибо, у меня уже такая есть. Даже на веревке. Садист. Мямля. Огрызаться будешь? Задушу. Будешь душить, загрызу. Тогда я сначала зубы выбью. И кто из нас после этого садист? Не люблю, когда животных мучают. Так. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Ага, лицом вниз. Вот вечно вы так. Вам человека обидеть, расплюнуть. А ты что, с первого раза не попадаешь? Да ну вас. Чего я-то? Чё я-то? А хотите, я сделаю вам из них ожерелье. И будете вы называться Чапай Акулий Клык. Лучше уж я себе из твоих зубов ожерелье сделаю. И будешь ты тогда называться Петька Предсмертный Крик. У меня дома такая же. Только балалайка. Зачем? Еще поцарапаюсь и подхвачу какую-нибудь заразу. Нахрена он мне? Петька, ща по губам получишь. Этой штукой? Можно и этой. Чего я там не видел? Что там, штурвал Врунгеля? Не трогай, Петька, а то он совсем останется без руля и без ветрил. Без руля и без кого? Сказан тебе, не тронь птичку. Не тронь птичку. Лучше его не трогать, еще выстрелит. Обязательно выстрелит. В третьем акте. А у нас всего два. Выкрутился. Возьмем? Зачем? На ней проложен очень точный маршрут. Прямо к сокровищам. Маршрут, говоришь? А откуда? Ну как откуда? Прямо с краю карты. Вот сам от края и поплывешь. Так. Ладно, тут хрен знает, что делать. Ага. Закрыто по техническим причинам. Ею и так пользуются все, кто попало. Брезгливый ты, Петька, как я погляжу. Не брезгливый, а разборчивый. Какой? Сломанный луч? Его и краном-то не вытащишь. Что ты этот кран? Как раз, ну вот. Я что, похож на... Нет, Петька, ты похож на асфальтоукладчик. Не на асфальтоукладчик, а на асфальтоукладчика. Один черт, все равно рожа кирпичом. Не время. Так, не время. Дорисовать? Не трогай, Петька, композицию нарушишь. Не нарушу. Что я, композитор, что ли? Вот именно. Так, Коля и Вася. Блин, ну, нормально. Так, а что от меня хотят-то в итоге? Мне и без него хорошо. Согласен. Давайте сюда зайдем. Ого, вот это террариум. Ничего себе заведение.
Добро пожаловать в обитель тетушки Ци. Ци? Что-то не похоже вы на китаянку. Да я вообще не похожа ни на что на свете. А чем вы тут занимаетесь? Я адепт древнего шаманского культа. В моих руках сосредоточены судьбы самых разных людей. А мы как раз хотели... Молчите! Я знаю, зачем вы пришли. Да мы, в общем-то, просто так. Нет, вы ищете свою судьбу. Ну хорошо, допустим, что так. И чем вы можете нам помочь? Подожди, Петька, дай человеку сказать. Может, она предскажет наше будущее? Одно я знаю точно. Пока у вас нет денег, нет и будущего. Зачем вам деньги? Вы задаете странные вопросы, незнакомцы. Кто имеет деньги, тот имеет власть. Серьезно? Теперь понятно, что значит вся власть советом. Именно так. Я советую начать вам поиски человека, наделенного неограниченной властью. Издателя, что ли? Вы узнаете его, когда найдете. Ничего себе задачка! Ищите и не возвращайтесь ко мне, пока не сможете заручиться поддержкой такого человека. Ух ты ж, ё-моё. Так, статуя свободы. Подожди. Брайтон Бич, ну давайте в офис. О, Янка, привет. Ты откуда Ля. Здесь? Добрый день, молодые люди. Да брось ты, Анка, это ж я, Петька. И Василий Иванович его с собой притащил. Вы, наверное, что-то путаете. Меня действительно зовут Анной, но вас я не припоминаю. А вот ваш профиль, мужчина, Фурманов. Вы случайно в кино не снимались? Было дело. Вот те раз, тоже мне вечная любовь. С глаз долой, сердца вон. А вы, собственно, по какому вопросу? К шефу твоему вот зайти надумали. А он вас ждет? Нет, но... В таком случае вам придется прийти в другой раз. Я внесу вас в список посетителей под номером 761. Позвольте, барышня, но... Никаких но. Вот влипли. Подожди, Петька, не дрейфь. Есть у меня для нее одна волшебная фраза. Сегодня ровно в 5 позади амбара. Василий Иванович! О, вспомнила! Что вспомнила? У нее проснулась родовая память. Родовая память? Ну, память прошлых поколений. Опыт предыдущих воплощений. Реинкарнация, так сказать. Какая жесть. Индийский фокус. Меня один заезжий йог обучил. Интересно. И что же это происходило ровно в 5 за амбаром? Это тебе интересно, а науке не интересно. Интересно другое. Теперь она нас помнит и пропустит без очереди. Василий Иванович, как же это вы? И Петька, сокол мой ясный. Сокол, говоришь, ясный. Ну-ка, признавайся, что за амбар такой у вас с Василием Ивановичем состоялся? Прекрати истерику, Петр. Ну ладно, нам пора. Позже поговорим. Вот так вот. Чпокнул он твою Анку-то. Прыгнуть? Конечно. Вот застрахуюсь. Так каждый дурак может. А так не каждый. Так, ну чё? Анка, могу я рассчитывать на взаимность? Можешь рассчитывать на что угодно, только ко мне не приставай. А если я предложу тебе руку и сердце? Лучше предложи ей печень и почку. Говорят, сейчас это дефицит. Хорошую печень отрывают с руками. Тоже мне. Американскую мечту выдумали. Лучше уж яхту, океанскую и счет в банке. Нет уж, лучше секс до первого обморока и путевку в санаторий. А по мне, так стакан водки и процессор 6-го поколения. Ухажеры. Ухажеры. Ай, блин. Ба, Василий Иванович, смотрите, как этот фрукт устроился. Ну, здравствуй, политрук. Чай не ждал гостей? Василий Иванович, ой, каким помню. Ветром? Попутным. Ты лучше отвечай, как тут очутился. А я вас сразу узнал. Отец про вас столько рассказывал.
и Петька с вами. Ну надо же, прям как у деда в книжке. Ничего не понимаю. Это что, выходит, внук нашего Фурманова? Выходит так, Петька. А с виду вылитый Фурманов. Послушай, мы к тебе не просто так. По делу пришли. Да, это проект вселенского масштаба. Космический размах. Господа, бизнес не терпит праздных разговоров. Ну, хорошо, выкладывай, Петька. Я? А почему я? Ты не тяни, видишь, человек занятой. Только они в этой игре общаются, а? Главный по безумным прожектам. Я... Прожектам. Я предлагаю... Предлагаю... Давай, давай, предлагай. А вы не торопите меня. Дайте хоть секунду подумать. Итак, я предлагаю продавать земельные участки на Луне. Правильно. Мы организуем акционерное общество. И сначала будем раздавать акции бесплатно. А потом, когда от желающих отбоя не будет, резко взвинтим цены. Да, но все уже настроятся и не смогут отказаться. Невероятно. Как же я не додумался до этого раньше. Надеюсь, господа, вам не надо объяснять, что успех операции зависит от ее конфиденциальности. Конечно, не надо. Мы и сами никому не собирались говорить об операции. Отлично. Я прикажу немедленно напечатать первые акции. А вы зайдите ко мне чуть позже. Обсудим план дальнейших действий. Вот так вот. Так, листик. Ой, Анка, у тебя листик какой-то упал. Спасибо, Петька. Так. Стар я уже в такие игры играть. Супер стар? Да нет, Петька, просто стар. Это-то и грустно. Ясно. Лифчик. Ну зачем он тебе, Петька? Оставь. Оставь. Да, так. Ничего интересного. А что дальше-то делать? Я что-то не врублюсь. Обещал так. Надо к нему зайти и проверить, как... А. Окей. Вернулись? Вовремя. Акции готовы. Забирайте. Давай сюда. А почему такая спешка? Я человек дела. Каждая моя секунда стоит доллар. Тогда мы пошли. Идите. Кстати, с вас полтинник. За что? Я же сказал, каждая моя секунда стоит доллар. Ну и что? А моя 10. И моя. Да? Да. Не знал. Учти. Ну, ладно, ладно, ладно. К чему нам такие условности? Свои люди, сочтемся. Вот так-то лучше. Пошли, Петька, пока этот аферист нас совсем без штанов не оставил. Да, и не забудьте распространить как можно больше акций. Так, ну давай. Эй, Петька! Да, сразу ласковый стал. Пойдемте, Василий Иванович. Так, а чего это такое, не пойму? Он тут крепко привинчен. Гвоздями! Гвоздями. Ну-ну. Баранки гну. Это не для нас. И слава богу. Так, ладно. Анка, могу я рассчитывать на... Можешь рассчитывать. А если я... Лучше... Тоже мы... Лучше уж... Нет уж... А по мне... Ухажёры. Ухажёры. Так. Ладно, акции, значит, да? Так, я, получается, могу только на Брайтон Бич. Это ему не дадим. Ой, ну конечно. Так. Ай, ё-моё.
Ты кто? Шотландский лорд. Угу. А я Индира Ганнио. Не верите? Я Дункан Маклад. Из клана Макладов. Если угодно, я могу воспроизвести вам мое генеалогическое дерево. Не надо нам твоей гинекологии. Лучше скажи, что ты тут делаешь? Ищу покой, забвение. Забвение? От чего? От крови. Если бы вы только знали, как мне опротивила жизнь. Эти головы, хрясь и одиночество. Да. Ведь я остался один, совсем один. А как же Ричи и Тереза? Они пытались сбежать вместе. Да разве от меня уберешь? Стыдно вспоминать. Да-да, стыдно и одиноко старому шотландцу. А почему они пытались сбежать? Не знаю. Да и какая, в общем-то, разница? Хотите, я расскажу вам, как ноют мои раны? Нет-нет, нам пора. Как-нибудь в другой раз. Вот так всегда. Опять останусь один. Судьба. Это реально тут болтовни просто миллион. А что? Я бы взял. На память. Если бы имел при себе подъемный кран. Вот если бы у нас в Гадюкино стояли такие баки. Представляете, какая бы вокруг наступила чистота? Представляю. Точно такая же. Окей. Блин, ей нельзя дать. Ну что-то никто не берет акцию. Это ему не дадим. Взять пионеров не вышло. Плох пытались. Это ему не дадим. Это ему не дадим. Что-то пока я вообще ничего не понимаю, что происходит. Родиной, значит, торгуешь. Отец, отойди. Ты мне своими криками всех клиентов распугаешь. А ты запарил. А вот эту я бы полистал. Надо будет попросить. Ну и чё, и смысл? Говорить с врачом. А как, куда? Анка, могу я рассчитывать? Слушай, Фурманов, тут такое дело. Нам нужен врач. Хороший. Лучший из лучших. Да, специалист. В какой области? В области морды. А, пластика. Скорее металл. Да, это сложнее. Впрочем, есть у меня и такой специалист из наших. Наших? Ну да, Павлов его фамилия. Федор Айзикович. Понятно. Берет, конечно, недешево, зато руки золотые. Оно и понятно, с такими-то ценами. Цены у него договорные, сами будете с ним разговаривать. А вот адресок я вам на карте черкну, потом посмотрите. Спасибо, выручил. Раньше времени не благодарите. А будут еще идеи, обращайтесь. Может, еще какой бизнес наладим? Да как скажешь. О, сейчас бы вот это. Во. Клёвый момент. Сейчас он спит, но ровно через 30 минут упадет.
Смотрите на графика. Василий Иванович, а может, все-таки устроим этому продавцу несчастный случай? Злопамятный ты, Петька! Да я ж не за себя, я за народ. За народ? Ну ладно, давай. Тогда сейчас народ под это дело и организуем. Ты за Протасов или за Зернов? Я за Таранов, у них баги крутые. Так держать. О чем это вы? Так, общих знакомых вспоминаем. Прикольный у тебя пончик, ковбой. Вы че тут, туристы или тоже в тусовке? Вроде того. Понимаешь, нам надо проучить одного мерзкого типа. В бубен шельдать? Так ведь мы завсегда. Даже не обязательно. Просто напугать, ворваться к нему в масках и закричать: «Лежать, сволочь, это ограбление!» Клёво, это по мне затея. А маски у вас есть? Не дрейф, камуфляж берем на себя. Угу. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о наколках и кастете. Как? Как? Стереть его можно, только нарисовав что-нибудь поверх. А ты пробовал? По крайней мере, не... у меня ключей нет. Пнуть его? Не, сам свалится. Так, а дальше-то что? В больнице всем больницам, только дальше нам не пройти. Не хочу, чтобы жуткая зверюга... Угу. Василий Иванович, если этот зверь вырвется, я за себя не отвечаю. Не уверен, что это его сильно испугает. Тогда не будем и пробовать. Мудрецы древности говорили, всякий зверь после наслаждения печален. Какое наслаждение ты имел в виду, Петр? Ну уж наверняка другое, чем вы. Нет. Таблички нет, но понятно и без этого. Осторожно, злая будка. Ага, а в ней добрая такая собачка. Как мне её успокоить-то? Ну давайте к Анке. Послушай, Анка, подари мне на память свой чулок. А может тебе еще и платье подарить? Можно, конечно, и платье, но вот без чулка мне вообще не жить. Почему? Так. Мы с Петькой входим в состав комиссии по контролю качества и количества нижнего белья. Да, а чулки и колготки – первая часть нашей трехэтапной проверки. Ага, так я вам поверила. Понимаешь, Анка, мы с Василием Ивановичем хотим захватить самолет и отправиться в Турцию за шмотками. Ну и что? А чулок зачем? А что нам, по-твоему, панталоны на бошку напяливать? А зачем вам вообще что-то куда-то напяливать? Вы ж террористы, а не какие-нибудь там грабители. Террористы. Ладно, на самом деле у нас будет костюмированная вечеринка. И я буду изображать Пеппи длинный чулок. Вечеринка? Ну что ж вы сразу не сказали? А можно я приду посмотреть? Да, я тоже приду. Всегда хотел посмотреть на тебя в чулках, Петр. Держи, фантазер. Уху. Уж второй бы отдала. Да. Да. Так. Идем теперь сюда. А ты за Протасов или за Зергов? Вот тебе камуфляж. Клево. А трусиков там не было?
Молчи, извращенец. Молчу. Но если что, имей меня в виду. Ретаня. Не передумал? Обижаешь, Иваныч. Значит так, сначала входим мы с Петькой. Ты вбегаешь по моей команде. И беру кассу. Бери, что хочешь. Главное, чтобы у тебя вид был угрожающий. Это просто. Вот так. А дальше уж мы сами разберемся. Идет. Так. Хода, здорово. Давненько тебя видно не было. Как дела? Ух ты! Так-так. Ой. Да у меня тоже все хорошо. Спать только хочу дико. Не высыпаюсь вообще. Даже вебку пришлось выключить. Такой крендель. Эй, ну давайте без музыки, алло. Ё-моё. Он убежал? Не извольте беспокоиться. Ловко мы его, правда? Да, эти байкеры постоянно меня рэкетируют. Если бы не вы, он забрал бы у меня все чипсы. Больше вы его не увидите. Слово красного командира. Благодарю вас, о мужественные незнакомцы. Я-то грешным делом чуть не подумал, что вы с ним заодно. Вы нас обижаете этими грязными намеками. Ну что вы, как можно? Теперь я понимаю, что ошибался в вас. И в знак благодарности готов презентовать вам любую вещь с моих полок. Вот это мужской разговор! А чего нам надо-то было, Василий Иванович? Да черт ее знает. Можете газировки попросить? Для таких мачо никакой газировки. Я еще в прошлый раз обратил внимание на ваши пристальные взгляды. Не было никаких взглядов. В сторону этой бочки спирта. Ах, это да. Спасибо, только что нам с ней делать? Лично вам, молодой человек, спирт может пригодиться в борьбе против прыщей. У меня, положим, это возрастное, так что ваш опыт вряд ли пригодится. Ладно вам, не ссорьтесь, найдем ему применение. Вот и я так подумал. Угу. Yes! Зря радуетесь. Посмотрим. Что, надо мелкому, наверное, отдать спрайт? Это ему не... Или нет? Так, а куда это может... Нет. Блин, что вы там-то? Так, короче, что делать-то? Ну, это... Стоп, драгоценный камень? Чего? Кто здесь? Кто-кто? Шпрот в пальто. А это вы пришли навестить умирающего. Умирающего? По крайней мере, жажды. Может, помочь чем? Глоточек доброго шотландского виски, безусловно, скрасил бы мой нехитрый досуг. А глоточек неразбавленного технического спирта не мог бы скрасить досуг отца шотландской демократии? Я думаю, торг здесь неуместен. Силен!
а по-моему, как раз уместен. Симпатичный кулончик, правда, Василий Иванович? Тебе понравился? А мне кажется, подделка. Этот камень достался мне от отца. Он передавался в нашей семье по наследству, из поколения в поколение. И теперь вы хотите, чтобы я променял его на какую-то бутылку виски? Ну, как знаешь. Пойдем, Петька! Это шантаж. Вы хотите разорить нищего старика. Пойдемте, Василий Иванович. Я знаю тут неподалеку одно местечко, где можно превосходно промочить горлышко. Стойте, я согласен. Моя фамильная честь поругана ловкими аферистами, но любовь к родине сильнее. Только сначала вы должны мне принести целую бутылку настоящего шотландского. Давно бы так. Так, а где у нас может быть бутылка шотландского? В магазине? А, подожди, ресторан. В ресторан я не могу зайти. Спиртное. Успеется! О! Послушайте, лучше заберите эту бочку себе, а нам дайте бутылочку шотландского виски. И какой-нибудь закуски. У меня только собачьи консервы. Давай. Ну, как хотите. Так. Виски шотландские. 1 литр. Как вы думаете, настоящие? Я тебе что, Петька, горец? А вот это я бы взял. У тебя что, собака есть? Нет. Ну и положь на место. Да, в смысле? Ну что, шотландец, давай. О, Шотландия! Родина! Еду я на родину, а она мне нравится. Ишь, распелся! Гони камень, гнида. Вы грубияны. Неужели вы думаете, что Мак-Клад способен нарушить данное слово? Забирайте. И не утомляйте меня больше своим обществом. Я хочу остаться один. Ага. Так, рубин. А куда рубин? Подождите. Может, этой? Нет. А кому рубин-то? Тоже нельзя. Так. Подожди. А. Подожди, мне консерву в итоге так и не отдал. Че, давай консерву. Кстати, вы случайно ничего не забыли нам дать? О чем это вы? А собачьи консервы? Ах, да, закуска. Держите. Угу. Ишь, гад, обмануть хотел. Сволочь. Вот так-то лучше. Так, а что, мне обратно к этому идти? Нет. Отойди ты от меня, простолюдины. Да ты обалдел. А, для собаки, точно. Ты прав, пятачок. Подожди, Петька. Сперва бы хоть банку вскрыл. Ничего, и так сожрет. Фу. Фу.
Хум! Сработало! Уверен? На все 100. Тогда можем смело идти. Вперед, Петька! Легко! Ой-ой. Здравствуйте, молодые люди. С чем пожаловали? У нас проблема. Священник. А кому сейчас легко? Да, но наша проблема особая. Не сомневаюсь. Хотя так говорит большинство моих клиентов. Требуется квалифицированная медицинская помощь. Вы пришли в нужное место. Если отвлечься от того, что я садистый висектор в третьем поколении, мои операции всегда проходят безукоризненно. Однако, вы даже не спросили, в чем дело. Поверьте мне, это не важно. С таким громадным опытом, как у меня, интуиция полностью заменяет знания. Значит, вы нам поможете? Возможно, если вы не боитесь боли. Потерплю. Это не обязательно. Я могу ввести вас в болевой шок. Так что спустя очень короткое время вы перестанете реагировать на внешние раздражители. Шок? Это по-нашему. Неужели в столь современной частной клинике не найдется обезболивающих средств? А зачем? Боль — моя специальность. Мое призвание, если хотите. Я вполне могу несколько суток поддерживать вас на грани обморока без малейшего снижения качества болевых ощущений. Тогда мы лучше сами поищем что-нибудь обезболивающее. Как вам будет угодно. Хотя, на мой взгляд, вы упустите бездну новых ощущений. Все? Пока вопрос об оплате не поднимался, незачем форсировать события. Нет уж, скоро придет он, скромный, никому неизвестный труженик мозгового сверла. Так. Всегда хотел завладеть мозгами людей. Это жопа. Они тоже мозг. Это не мое. Ложись, Петька, за компанию, и тебя прооперируем. Нет уж, спасибо. Что делать-то? Ой, была. Смотрите, как бы он вас не зарубил. Вот найдем обезболивающие, тогда и поговорим. А где их брать-то? Превращение мозга в задницу за 3 стадии. Тип того. А где мне обезболивающее взять? Ну-ка. Гадалки. Давайте попробуем. Блин, у меня дома какими-то... То ли мясом каким-то пахнет, то ли что-то такое. Прям вообще что-то соседи, видать, готовят вонючее. Вот, мы сделали все, как вы просили. Хорошо. А чего нам дальше-то делать? Это мне неизвестно. Может, все-таки погадаешь? Для того, чтобы заглянуть в ваше будущее, мне необходима ритуальная книга по обрядам вуду. А если без нее? Без нее точно воспроизвести ритуал вызова духов невозможно. Вызов духа? Неужели и эти теперь работают по вызову? Принесите мне книгу, и я устрою вам такой сеанс связи с астралом, что мало не покажется. Угу. Так, ну пошли. Это ему не дадим. А вот эту я бы полистал. Надо будет попросить. Надо будет попросить. Да, попробуем. Родиной, значит, торгуешь. Отец, отойди. Ты мне своими криками всех клиентов распугаешь. Так и чё? Пьё.
Нер, ты в ответе за все. Равняйсь! Смирны! Отвечай, где наши! Так. Пионер! Равняйсь! Отвечай! Взять пионера мы не вышло. Лох пыт... Коммерсант? Спекуля... Месть! Вам на... Хм. А тут есть в чем покопаться. Правда, все больше по-иностранному, но попадать... Пусть Петька развлекается. А вам беспо... А, нет, подожди, в музее же этот Вуду, вот. Лучше попросим. Можно нам взять почитать книгу заклинаний? Никак нельзя. Это единственный экземпляр. А вы сами ее читали? О, да, неоднократно. Ну и как? На самом деле, мне порядком надоело. Все равно я в ней ничего не понимаю, только в сон клонит. Вот если бы вы мне принесли что-нибудь историческое. Историческое? Мы подумаем. Блин, что-то у меня ноги ломят. Непонятно с фига. Это ему... Да что-то не дадим, да не дадим. Даже не ноги, а колени. А что это у тебя за книжица? Это моя Библия. Mein Kampf. Мой капитал. Продаешь? Легко. А если в аренду? Только под залог. Разумно. Только под залог. На. А как же книжка? Забыл. Вот не поверите. И на старуху бывает проруха. И на старика. Ладно вам, Василий Иванович. Спасибо, ПМБ. Пользуйтесь. Лишь бы прок был. А чё вообще сделать-то надо в итоге? Я чё-то вообще не понимаю. Невозможно отдать такую книжку, хотя бы не пролистав её. Может, сначала сами почитаем? Как я и думал, внутри сюрприз. Вот принесли тебе тут кое-чего. Пойдёт? Вполне. А как она читать-то будет? Не, железяки-то понятно, а... А вот ей здесь точно не место. Пока вообще фиг поймешь, чё. Это продавщица из первой части, точно. Да, это то, что надо. Теперь мне нужна чашечка крепкого кофе. Вы что, будете гадать на зернах? Нет. На гранулах? Да вы что? Я не собираюсь гадать вообще. Я просто не могу работать без кофе. Угу. Я сегодня пил кофе, но что-то мне оно как-то не очень помогло. Так, у кого может быть кофе? У продавца? Либо у Анки. Кофе есть? Нам здесь больше ничего не надо. Да я ничего и... А мы ничего и не... Что, мы нищие? Да давай, ладно. Пойдем к Анке сходим. В офисе, может, кофе есть? О, на. Не отдам. Ну и жопа ты. Анка, могу я рассчитывать на взаимность? Можешь рассчитывать на что угодно, только ко мне не приставай. А если я предложу... Лучше предложу... Да дольше... давай, нет, да. Папа, ухожу. Вы за меня не волнуйтесь. Кофе есть? Сходили. Не успели еще. Не тяните, как бы не было осложнений. Ты слышал, Петька? Слышал. Да мы вроде и не тянули. Орлы, предлагаю на брудершафт. Да им хоть за здравие, хоть за упокой.
Где кофе-то достать? Вон он может быть. Давайте посмотрим. Он просто так. Я видел. В смысле? Он же все, больше ничего не дает. А где тут кофейный автомат? Эх, кофейку бы чашечку. А ты в курсе, Петька, что это крепчайший сорт кофе с самых высоких гор Бразилии? Ай? С Гималаев, что ли? Сам ты с Гималаев. Бери чашку и не позорь меня. Ой, блин. То есть ногу под себя поджать не получается. Все, взял. Молодец. Обученный андроид. Мы нашли для вас чашечку ароматного колумбийского мокко. Вот это другой разговор. Давайте, давайте, давайте его сюда. Я чувствую этот запах, я обоняю этот аромат. Обоняю этот аромат. Она обоняет. Чат, а что вы обоняете? Невероятный кайф. Теперь можно и за дело. Правда, сейчас у меня не самый лучший контакт с астралом. Что, провайдер подкачал? Да нет, что-то линия барахлит. Ну да это не беда. Как говорится, дело житейское. Какое у него кресло прикольное, да? Карася. О! Хари Кришна. Я приветствую вас в нашей астральной сети. Мой поисковый сервер к вашим услугам. Именем логина заклинаю тебя. Сообщи нам все, что мы желаем знать. Файл с таким именем не найден. Пожалуйста, повторите запрос. Именем великого Пинга повторяю запрос. Не молчи, дай нам скорее приобщиться к великому знанию. Ошибка связи. Вы должны обратиться за помощью к разработчику. Повторяю, обратиться за помощью к разработчику. Что это значит? По-моему, нас надули. Разве вы не слышали? Он сказал обратиться к разработчику. Ха, найдешь его, как же? А вы попытайтесь. Не так уж это и сложно. Главное, найти подход. О! Это что? О, блин. Послушайте, ну сколько Билл можно? Гейтс. Почему каждый приходящий обязательно считает своим долгом что-нибудь тут разбить? Не надо так было близко к дверям ставить. Да тут как не поставь. Недавно один вообще озверел. Врывается с криком «Смерть форточкам!» И давай тут все колотить. Пришлось самецко его зарезать. Опасный у тебя бизнес, как я погляжу. И все бы. Кругом одни конкуренты. Надо постоянно выдумывать что-то новое. Так. Почем форточки, мальчик? Все зависит от размера. А какие размеры? 95-й и 98-й. А другие есть? А зачем вам другие? Вам что, этих мало? Вы что, лучше других хотите жить? Да нам вообще никаких не надо. Мы просто так зашли. Ходят тут всякие. Понятно. Эх, был бы тут у нас с собой мячик. Вспомнили бы молодость. И куда мы их вставим? Зачем они нам? Почем опиум для народа? Нашли у кого спросить. Так, а что, ну с ним надо пообщаться. Нервный молодой человек. Почему XP нет? Ну тогда рано еще было, наверное. Вот еще. Почем форточки, мальчик? Все зависит от... А как? 90... А друг... А зачем? Да нам... Ходят тут...
Нам туда не надо. Чего нам там делать? Нечего. Так и чего? Не понял нифига. Так, работает, ага. Может, он захочет стать ассистентом хирурга. Так, а чё? А, может, надо в больницу зайти теперь? Да давай ты, ну. Сина молчать. Сина, отсылка на Тома и Джерри. Да. Вот найдем обезболивающий. Пока вопрос об оплате. Нет. Франкенштейн. Я хочу быть таким, когда вырасту. Не волнуйся, будешь. Так. Так а чё, он не хочет это, общаться-то? Почём? Нашли. Почём форточки, мальчик? Все зависит. А какие размеры? 95-й? Иди. А другие есть? А зачем вам другие? Вам 100. Этих мало. Да нам вообще никаких не надо. Ходят тут все. Не понимаю, что сделать надо. Может, рамы? Эх, был бы тут... Нет. И куда мы... Их я уже поюзал. Может, мячик нужно где-то достать? Скажи подсказку еще раз. Толковый предприимчивый пацан работает в этой оконной мастерской. Может, он захочет стать ассистентом хирурга? Ненавижу иголки, ненавижу... Так. Ну, пойдем в офис, там можно было... Не отдам. Ну, в смысле не отдам? Анка, могу... Муж России... А я... Не. Уха... Сходили. Не успе... Нить. Ты слышишь? Слышь. А, подожди. Может, надо с байкерами потрещать? Во. Если ему отдать сейчас шприц, он может начать вкалывать себе наркотик прямо на наших глазах. Наркотик? Какой такой наркотик? А я в них что, разбираюсь? Так шприц же пустой. Вот именно. Если уколоть человека пустым шприцом, он может умереть. А ежели полным? Тем более. Та-да, какая разница? Вот я и говорю, пусть шприц пока у меня полежит. У тебя случайно нет обезболивающего? Даже лучше. У меня есть баллончик с веселящим газом. Дашь попробовать? Да это не мой, одного приятеля. Тем более. А вы мне чё? Подумать надо. Ну? А мы тебе шприц дадим. И чего мне с ним делать? На байк вперед повесишь. Можно будет на голубей охотиться. Ну даёшь. Вот это голова. Да я бы с такой головой президентом бы стал. Подумаешь, президентом. Вот если бы резидентом. Это местечко уже забили. Почти насмерть. Да ну вас, значит, согласен? Однозначно. С детства ненавижу голубей. Серьезно? Я тоже. Вот спелись. Ладно, держи свой шприц, голубятник. Так, все, наркоз есть. Вот, теперь мне надо сейчас отдать ему обезболивающее. Вот, принесли. Правда, это не совсем то. Дом ассистента. Веселящий газ? О, готов признать, я ошибался в вас, господа. Он не убирает боль, но заставляет смеяться над ней. Редко встретишь столь тонких ценителей. Значит, можем начинать? Увы. Несмотря на кажущееся благополучие, состояние моих дел плачевно.
Прежде чем мы приступим, мне необходим ассистент, способный привести в порядок мою операционную. Значит, нам теперь еще и ассистента искать. Заставить вас я, конечно, не могу, но пока его нет, сдвинуться с места будет невозможно. Понял. Послушай, мальчик. Вообще-то, я не мальчик. У меня имя есть. Билли. Билли Гайтис. Хорошо, хорошо. Послушай. Билли? Да. А мечта у тебя есть? Есть. Я мечтаю снабдить своими фоточками каждый дом в мире. Похвально. А как ты собираешься это сделать? Пока не знаю. Хочешь совет? Давайте. Не обижайся, но тебе стоит подумать о карьере. Да. Парню в твоем возрасте уже необходима настоящая мужская профессия. Какая профессия? Мужская? Да. Хочешь быть программистом операционной системы? Программистом? А как за мои форточки? В том-то и весь фокус. Ты сможешь продавать форточки с помощью компьютеров. Да? Да. Но сначала ты должен научиться ваять операционные системы. А потом? Потом ты заставишь всех покупать свои форточки. Да. А потом? А потом ты поставишь на колени весь мир. Весь мир, да. А потом? Потом. Я завоюю вселенную. По-моему, мы создали маленького монстра. Да, переборщили чуток, согласен. А что нам оставалось? Чё, всё? Не хочу его еще больше распалять. Не пугайся, Петька. Он просто чуть-чуть посидит, покопается в операционной. Ага. А потом завоюет весь мир, а нам расхлебывать. Принято. Так, идем в больничку. А вот и мы. Я смотрю, ассистент уже за работой. Ничего не скажешь. Расторопный молодой человек. Даже слишком. Первым делом он сказал, что отныне здесь все будет работать параллельно. Затем потребовал для чего-то принести ему мышь. А потом долго жаловался на то, что ему не хватает места. Да, парнишка со странностями. Но дело свое знает. Может и так. Но с того момента, как он приступил к работе, у меня во время операции уже трижды выключался свет. Меня самого это не сильно беспокоило. Ну вот пациент пришлось отравить. Ну теперь-то все наладилось. Отравить? О, да. Тогда в чем проблема? Ни в чем, если у вас есть деньги. Сколько? Миллион. Нифига себе я стою! Мы согласны. Делайте вашу операцию. А предоплата? Мне понадобится как минимум половина суммы вперед. Это сложнее. Придется продать мои фамильные бриллианты. Надо что-то придумать. Да, придется экономить. Отказывать себе буквально во всем. Я серьезно, мы уже столько сделали. Действительно, не бросать же теперь все из-за этого какого-то там миллиона. Вот беда-то. Как вы посмотрите на бартерную сделку? А что вы можете предложить? Как я и говорил, придется заложить фамильные драгоценности. Так. Я оцениваю этот камень примерно в 1.5 миллиона. Я же говорил, Василий Иванович, камушек что надо. Погоди, я тараторь. Ну поймите меня правильно. Продать его больше, чем за треть этой суммы, будет непросто. Если он нам откажет, я сниму с него кожу и сделаю абажур. Я буду участвовать. Поэтому я смогу засчитать его только как аванс. А фига. На остаток суммы мне потребуются гарантии. Нет проблем. Я лично готов прогарантировать абсолютно все, что угодно. Спасибо. Но я имел в виду гарантии со стороны третьих лиц. Значит, за нас должен кто-то поручиться. Именно так. Хорошо. Мы попробуем что-нибудь предпринять. Так. Что, надо пойти попробовать гитару отдать, наверное? Будешь гитару? Не отдам. В смысле не отдам? Ну и что? Почти договорились. Во. Так в чем же дело? Не хватает нам немного.
может одолжить вам под проценты. Отдавать как? Отработаете. Как? Ну, что вы умеете делать? Я на балалайке могу. На балалайке? Что ж... А я на баяне. Вот это лишнее. Хотя... Может, действительно тряхнуть стариной и устроить небольшой гала-концертик? Конечно, и время проведем, и для имиджа полезно. А остальных где возьмем? Поищем, есть у меня пара мыслей. Ну, черт с вами, уговорили. Как соберетесь, дайте знать. Ты бабки давай. Кстати, этот коновал требует с нас гарантий оплаты. Как насчет того, чтобы ты за нас поручился? Кто бы за меня поручился? Ладно уж, замолвлю за вас словечко по старой памяти. Спасибо. Отлично. Что-то я смотрю, сегодня вообще чатик это дрыхнет. Ну что, мы готовы. А кто будет вашим гарантом? Один наш общий знакомый. Кстати, это он нас сюда и направил. Общий знакомый, говорите? И где же он? Обещал позвонить. Ой, была бы моя воля, я б его зарубил. Смотрите, как бы он вас не зарубил. Ну что, мы готовы. А кто один общий? Обещал. Так а чё? Так, это... Понятно. Не отдам. Признавайся, Анка, хочешь стать рок-звездой? Звездой? Конечно. У меня даже своя группа была. Может, слышали? Троянка из Гадюкина. Анка... Троянка, Анка, партизанка, Анка, куртизанка, Визанка, партянка. Да ну тебя, Петька, вечно ты надо мной надругаться хочешь. Да надругаться хочешь. Обращай на него внимание, Анка. Мало он еще надругаться. Значит, согласная. А то мы тут с Петькой виды имеем гала-концерт забабахать. А на бас-гитару как раз человека не хватает. А гитара-то у вас есть? Найдем. Тогда без проблем. Несите гитару, а за мной не постоит. Оно и видно. Уберите его, Василий Иванович, я его сейчас чем трахну. Ах, боюсь, боюсь. Ах, боюсь, боюсь. Вот это инструмент. Настоящий Фендер. Стратокастер. Ручная работа, между прочим, из цельного дуба. Сам ты из цельного дуба, это ж тебе не балалайка какая. Ну что, нравится? Спасибо, Василий Иванович. Можете на меня рассчитывать. Я обязательно приду. Так. Где нам взять барабанщик? Помнится, Павлик. А, нам прям группу надо собрать. Я просто сейчас хотел посмотреть, мне к Фурману сначала идти или сразу к этому. Оказывается, еще барабанщик нам нужен. Блять, эту музыку вообще убаюкивает. А как ты смотришь на убаюкивает. То, чтобы побарабанить сегодня вечером у нас на сейшене? Побарабанить? Это мысль. Стучать люблю. С детства? На барабанах с детства. Значит, придешь? Приду. Вот отлично. Не забудь. Окей. Так, группу собрали на... Вот, все, да. Теперь к Фурманову идем. Да-да-да, любит стучать. Стукач. Мы готовы. Очень кстати. Я тоже все устроил. Рекламу обеспечил и билеты. Постараюсь организовать площадку на сегодняшний вечер. Тогда мы побежали. Мне еще на операцию успеть. Если что, я позвоню. Окей. Интересно, а игра заканчивается концертом? Или чем?
Ну что, мы готовы. А кто будет вашим гарантом? Один наш общий знакомый. Кстати, это он нас сюда и направил. Общий знакомый, говорите? И где же он? Обещал позвонить. О. Федор, ты? Нет, это Петька. А мы как раз собирались вам звонить. Хорошо, передай ему, что я готов за вас поручиться. Он как раз тут рядом. Слышу, слышу. Кричать не обязательно, чай не на базаре. Ну что, достаточно вам такой гарантии? Честно говоря, нет. Ну, так уж и быть, в виде исключения. Пойдемте. Я сейчас из вас конфетку сделаю. Ох, боюсь я за Василия Ивановича. Засадирует его этот вивисектор. Ты не смейся. От него еще ни один клиент не уходил. Во-во. Ну, знаете. Прекрати нытье и слушай сюда. У меня важные новости. Пока вы там возились, я окончательно все организовал. А у меня тут полный аншлаг. Ты должен выезжать прямо сейчас. А как же Василий Иванович? Чего ему? Гарантируете? Иди туда же. Иначе я остаюсь. Ну, хорошо, хорошо. Жду тебя здесь ровно через 5 минут. Выезжаю. Какой трэш. Прощай, вот на ютубе. Он и сидит и не любит. Ты слышал, Петька? Слышал. Ишь, распелся. Подожди, все, я прошел игру? Разножопица какая-то получается. Прям Мендельсон. Да? Подумаешь, я тоже могу. А, трепач! Это да легко. Ладно. Гитару вон могу сбацать. Это что еще за что? Я... Стратокастер. Настоящий тендер. Вот я прошел игру раньше на час, Кучная чем на Халлонге написано. Из цельного дуба. Хочешь стать рок-звездой? Сбацай-ка что-нибудь. Так, а ну ладно. Смотри. Конечно. Давай, бурку сбацай. Легко. Огромное спасибо. Фурманов не сказал тебе всей правды. Он сказал достаточно. Он сказал, что вы убили моего отца. Что подсказками? Там все и так нет, понятно было. Он соврал тебе, Петька. Я твой отец. Я твой отец. Слушай, да даже подсказками, блин, там... Это самое, ну не час же времени. Ну ладно, бог с ним. Не, прикольно. Ну, первая часть, конечно, ржачнее была. Тут так. Да, все, Рики, мы прошли игру. Получается, как бы. Вот так вот. Почему у меня... О, смотри, заработало. Или что? Не, не заработало? О, заработало, смотри. Вот. Ой. Сейчас, погодите. Свет включу. Ти-ти-ти-ти. И все, больше не работает, да? Почему на этой сцене не работает? А-а-а. Во. Теперь работает. Отлично. Короче. Ну я не уснул хотя бы, и то радует. Ой, все, плюс одна игра в копилку. Так, ладно, хотя бы с одним долгом я... Это самое. Ну вы поняли. Так, а я пока не буду, наверное, удалять игру. Хотя, блин, нафиг она мне нужна. Там можно просто забрать этот... Карточку было бы забрать, но... С добрым утром, привет, да. С добрым, с добрым. Да, я сейчас пойду спать, потому что это... Ну, чего-то совсем уж...
Фига, кстати, вон за... в первой игре у меня карточка за 10 рублей почти есть. О, здесь дали за 16 рублей, нифига себе. Нехило так-то. Слушай, а если я еще раз в игру зайду, мне не дадут еще одну карточку случайно? Хотя я только уже заходил дофига. Вот. Ну-ка. Дали, не? Ня. Ну и ладно, и бог с этими карточками. Так, добавить в пройденные. Удалить с устройства. До свидания. Отлично, отлично. Вы получили 0 достижений. Бля, а что там за достижения были? Спуститься в подземелье. Фурману есть даже это. Соединение провода. Василий Иванович снова... А мне не засчитали за эти самые. Найти тот самый алтарь. Короче, мне не засчитали ни одного достижения. Ну ладно, бывает. Вот, короче, завтра посмотрим, что там, как день пройдет. Возможно, завтра пойдем в Константина уже играть. Вот, сегодня такой у нас лайтовый стрим получился. Ну, потому что, да, день дурацкий. Да вообще, что-то вот последнее, вот с четверга у меня как-то вот началось, и вообще, бля. Вот, надеюсь, будет на неделе получше. Вот, спасибо тебе, Градорму, за заказ игры. Да, вот ждем следующий месяц. Бум. Придумаешь, может, что вам интересно, а может, не придумаешь. Вот, что там на стрим на один. Ну, лучше заказывать игры, которые на один стрим, если прям прохождение. На самом деле. Вот. Ну, либо не знаю. Либо что-нибудь там. Cuphead какой-нибудь, например. Так. Солянка с колбасой. У вас в Беларуси придумали колбасу с супа внутри? Что? Не знаю такого. Походу, Рик тоже не знает. Так, а что у нас там? Кто вообще что делает? У нас еще Годзиллыч стримит. Ничего себе. Слушайте, давайте кого? Пока... Я стрим не закончил, и он пока не закончил. Мы сейчас к нему пойдем это. Того самого. Там как раз ответочку ему кинем, а то, блин, еще скажу, что я... Да-да-да, сейчас я рейд сейчас сделаю, подожди. Так, только надо слэш. Рейд. Ой, не туда пишу-то. Вот, сейчас будет, да, рейд на Годзиллыча, так что... Кричите ему, чтобы он не заканчивал. Вот. Короче. Так. Ну, сейчас запущу, когда там этот ролик начнется. На ВК и на, собственно, Твиче. Вот, ребят, все, спасибо. Еще раз всем спасибо за вашу поддержку. Ребят, да, подписывайтесь на Boosty. Можете заказывать игры и так далее. Там еще смайликов я, кстати, добавил. У меня там еще 3 слота осталось. Свободных, поэтому... И вообще надо заказывать смайлы, да, надо вот, блин, как-то что-то придумать с этим. Вот, спасибо, что пришли. Сегодня нас было немного, но мы дружненько так посидели. Да, конечно, я немножко поспал, но нормально. Вот, все, смотрите стримы, с вами был МДШ. Увидимся когда-нибудь, наверное, завтра все-таки. И, возможно, даже на Константине, потому что я говорил, что я его начну, когда подстригусь, чтобы не выглядеть как Пьеро. Вот, так что следите за анонсами в телеге, там, в ВК, в Дискорде. Обязательно в Дискорд добавляйтесь. Там хоть это, надо его это, расшевелить еще побольше, чем раньше. Точнее, чем сейчас. Вот. Все, ребятки, давайте. Всем спокойной ночи. Спасибо, что пришли сегодня. К сожалению, короткий стрим, но я правда спать хочу. Я прям уже не могу, сижу еле-еле. Так что не серчайте на меня. Ладно, все, давайте. Пока-пока и до новых встреч. Пока. Сейчас рейд будет, да, не забывайте.
We'll be right back.